Искали повсюду, они оказались по соседству. В одном из сел на юге страны сестру и брата в течение 15 часов разыскивали полицейские, волонтеры и служебные собаки. В воскресенье днем к правоохранителям обратилась медсестра населенного пункта. Она заявила об исчезновении 14-летней девочки и 7-летнего мальчика. Поиски продлились всю ночь. Брат и сестра оказались у соседей. Мэр села сообщил нам по телефону, что мать детей уехала за границу, а они остались на попечении бабушки и дедушки.